Приветики, конфетики! Сегодня я рисую розочки акварелью. Это будет такой небольшой подарочек 8 марта, что-то наподобие открыточки. Использую две кисточки. Широкую вот я рисую розочки, и тонкая будет для ножек и листочков. Она у меня, кстати, для каллиграфии очень нравится ею рисовать. Оттенков в рисунке я буду использовать немного. Зеленый, салатовый, темный синий для листьев и пару красно-розоватых таких тонов на розочках. Кстати, я недавно попробовала нарисовать натюрморт с натуры акварелью. Было сложновато, не так получалось, как хотелось, и я решила вот сегодня сделать что-то попроще. Но чтобы это выглядело миленько, хочу дополнить мой подарок к 8 марта. Кому интересно, покажу свой тренировочный натюрморт в конце видео. А пока продолжу рисовать такой незамысловатый рисунок. Присоединяйся, он довольно несложный. И желаю тебе творческих успехов и большущего вдохновения.
Вот такой рисунок получился. Это натюрморт, который я попробовала нарисовать акварелью. Я его тоже хочу подарить, сделать как дополнение к подарку. Но попрактиковаться, конечно, еще стоит. А процесс этого натюрморта я тоже скоро выложу и покажу. Может, кому-то будет интересно для вдохновения. Спасибо за просмотр.